Здравствуйте! В этом видео уроке вы узнаете о том, как настраивать модуль Classic Profile, который будет отображать рыночную активность на базе Market Profile. Итак, чтобы открыть данный модуль, мы заходим в раздел «Компоненты», затем раздел «Charts» и находим Classic Profile. Соответственно, откроется данный модуль. Это не технический индикатор, как можно найти в описании в интернете. Это целая концепция. В целом, как бы профиль рынка, он же Market Profile, разработал трейдер Чикагской товарной биржи Питер Стедлмайер. И также он предложил концепцию рыночного аукциона. Суть заключается в том, что финансовые рынки находятся в состоянии аукциона, в процессе которого игроки конкурируют между собой в поисках справедливой цены, которая их устраивает. И за счет этого формируются на рынке две фазы. Фаза баланса и дисбаланса. Так, Market Profile, тип графика гистограммный, то есть мы видим такой вертикальный профиль, распределение непосредственно в виде букв, да, принтов. Вы видите сейчас буквочки A, B, C. Каждая буква отвечает за определенный диапазон, где была цена. Первые 30 минут, вторые 30 минут, третьи 30 минут, четвертые 30 минут. То есть у каждого принта есть зафиксированный таймфрейм. Вот, у каждой буквы. И, соответственно, таким образом мы видим, какие цены были более приемлемые, какие не устраивали участников рынка. И, соответственно, на базе Market Profile достаточно удобно анализировать рыночную активность за счет своей структуры и, ну, можно даже сказать, простоты. Итак, значит, по настройкам данного модуля начнем с верхнего поля. Значит, вот тикера. Далее мы выбираем дату стартовую и конечную отображение графика. Шаг цены. Затем активный контракт, если это фьючерсный инструмент. Далее время отображения формирования профиля. Значит, сам профиль вы видите в виде такого кластера, в котором формируются два типа данных. Справа вы видите в буквенном варианте, это и есть Market Profile. Слева колонка идет по Volume Profile. То есть каждая цена еще имеет проторгованный объем. Таким образом, мы чуть-чуть добавили к Market Profile объемной ликвидности и можем смотреть распределение относительно времени, сколько рынок торгуется на какой цене по времени относительно Market Profile. И по объему можем смотреть еще по ликвидности, какие цены были более проторгованы. Соответственно, с фильтрами это облегчает поиск необходимых ключевых точек и противовеса, сопротивления, поддержки. Далее, значит, поле период мы выбираем непосредственно таймфрейм для основного профиля, то есть вот этот весь профиль. При включении режима Day будет формироваться профиль за весь день. Если вы хотите другие варианты, здесь есть 60 минут, 35, 3 и 1 минута. Ну, в классическом виде формируется за день. Далее, таймфрейм вот здесь вы выбираете для каждой буквы. То есть в классическом варианте это 30 минут, вы можете переключить на 60. И так будет правильно, выбирайте уже по своему усмотрению. Далее, Paykist – это настройки отображения данных боковой гистограммы, которая находится слева. Четыре варианта: онлайн, суммарная, потом объем. Ну, я рекомендую выбирать объем, так как нам нужно непосредственно наиболее проторгованные по ликвидности ценовые уровни выделить. Нижняя гистограмма отображает суммарное значение ликвидности в каждом профиле. То есть вот цифры указывают на количество, на суммарное количество контрактов. И, соответственно, можно также настраивать фильтр. Я вам сейчас покажу, как это сделать. В режиме Running Profile мы можем, скажем так, разложить профиль в классическом виде на вот в таком формате. То есть отдельный принт проторговывается, формируется отображение
очень схоже, как на баровом графике. То есть каждая буква отдельно в своей колонке формируется, то есть как график идет. Таким образом можно смотреть смещение и динамику, то есть можно в таком формате и переключить на классический вариант. То есть очень-очень удобно. Далее по самому графику. Значит, вы видите, возьмем, допустим, этот кластер, этот профиль. Здесь идет зона стоимости, выделяется пунктирными линиями. Вот этой и этой. Размер, процентность зоны стоимости, там, где проходит основной аукцион, можно настраивать. То есть, ну, в классическом варианте это 70%. Далее мы видим с вами выделение initial balance, зоны стоимости, начального баланса. Далее открытие, закрытие у нас формируется в виде колонки с отображением цвета. Если профиль был динамика на покупку, то будет, естественно, подсвечиваться зеленым цветом и красным, если была нисходящая динамика. Далее, у каждой буквы, либо же принта, как удобнее, можно настраивать цветовое отображение. Для этого нужно зайти в Setup, Symbol Color, и здесь вы можете добавить цвет по своему усмотрению, как вам нравится. То есть здесь как бы стоит по умолчанию вариация, ну, вы можете изменить как угодно, абсолютно. То есть поменяли цвет, нажали Apply или же Apply to All, то есть для всех профилей, и вы увидите, вот поменялось цветовое решение. Далее, чтобы узнать, какая буква к какому времени привязана, для этого заходим снова в Setup и Symbol Map. Здесь вы можете увидеть, за какую 30 минут, то есть какой 30 минутке в какая присвоена буква. Допустим, 5, с 5:00 по 5:30 у нас буква T. И вот находим эту букву. То есть, соответственно, вы не запутаетесь, а если даже и забыли, вы можете посмотреть Symbol Map. Далее, каждый профиль, это классический вариант Market Profile, здесь идет гистограмма объема. То есть, если в масштабе видно полностью размер шрифта, то он отображается в виде цифр. Если вы будете, допустим, сжимать график, то он будет превращаться в такие, ну, не цифры, а уже как бы более профильные варианты. Далее, значит, объемы также можно настраивать фильтрацию. Вы видите, что здесь основное отображение цифр идет белым цветом. Все, которые идут с высоким значением, они имеют свои цветовые фильтры. Для этого заходим в Setup, лимиты. И здесь есть три варианта, какие лимиты можно настраивать в Classic Profile. Основной volume лимит относится непосредственно к фильтрации вот этих объемов, которые находятся непосредственно у каждого профиля. Второй фильтр относится к фильтрации нижней гистограммы. То есть определенное значение вы хотите выделить, крупные объемы, допустим, выше нормы. Cluster Size Limit относится к фильтрации высоты профиля. Под каждым профилем вы видите такие незаметные цифры, это высота каждого профиля в тиках. Соответственно, определенное вы можете настроить подсветку. Итак, давайте настроим сейчас, я вам покажу, как настроены лимиты для этой шкалы. 4 позиции, соответственно, вы можете подобрать подходящие фильтры по объему, и также вы можете абсолютно любые цвета настроить по своему усмотрению. Так, значит, объемная колонка также выделяется зоной стоимости, но в объемном эквиваленте. Эти настройки можно сделать в Options, ну, то есть можно зайти через Tab, либо же правой клавишей на рабочем поле выбрать Options, и я вам сейчас покажу, что за что отвечает. Значит, кластер объемную гистограмму, вот этот, там где идут цифры с объемом у нас значением, можно отключить. То есть мы, допустим, привыкли в классическом видео Market Profile смотреть, соответственно, можно отключить, если неудобно, либо же, допустим, хотите только изучить маркетер файл. Price Volume гистограмм, включение в боковой левой гистограммы общего объема, то есть всех этих профилей.
Total Volume Histogram – это включение-выключение нижней гистограммы, настройка шрифта и высота, размер шрифта непосредственно для принтов, это для этих букв, только их касается. Scale Font – это настройка шрифта основного в модуля, то есть Price, объемов и так далее. Кластер выделяет непосредственно каждый основной профиль в виде кластера, то есть создает такое поле. Cluster Size – это отображение высоты каждого профиля. Open Close Line – непосредственно настройка отображать либо не отображать, то есть включить либо выключить отображение, ну, грубо говоря, свеча, да, между открытием и закрытием. Потом идут настройки непосредственно Volume TPO Size в процентном соотношении относится к профилю, вот этот пунктирные линии идут, они выделяют 70, вы можете изменить на 50, 40, 30, 20 по своему усмотрению. Symbol TPO Size в процентном соотношении относится к вот этому профилю, Market Profile в классическом виде. В целом, как бы, в Classic Profile так и называется, мы как бы дань уважения данному подходу. Market Profile достаточно гениальное решение отображения рыночной активности в виде вот таких профилей буквенном эквиваленте. И бар Max Volume, то есть максимальный объем в каждом баре. То есть если у нас есть ну, в кластере, либо же профиле можно назвать и так, и так. Соответственно, вы можете отключить эту функцию, либо же включить. Отображение, либо же отключение отображения Initial Balance, начального баланса. Далее идут настройки по Current Price ярлыку, то есть Current Price Font, размер данного ярлыка, и где он находится, на Scale, то есть на ценовой шкале, либо же можно сделать отображение его на графике, то есть привязка идет непосредственно к графику. И функция в текущее время, линия и цена. Я вот сейчас переключил на отображение прямо на чарте. И, соответственно, вот настройки по Classic Profile. В принципе, по лимитам давайте еще покажу. Total Hist Volume Limit. Это фильтр для нижней гистограммы. Тоже 4 позиции, как и для фильтра непосредственно в самом профиле. Нажимаете Apply, фильтр начинает отображать те значения, которые вы указали. Все, которые выше, они будут подсвечиваться определенным цветом. Соответственно, и Cluster Size Limit. Тоже 4 позиции. Не тут как бы 3 одинаковых фильтра относятся к разным показателям. Вот видите, у меня стоит 20 и подсвечиваются все, которые выше 20, соответствующим цветом. Можно поменять на другой. Вот таким образом. Собственно, вот и все.